меня хорошая, дружная семья. И дедушка, бабушка, все умерли. О своем военном детстве Валентина Дуреева может рассказывать часами. Тяжелые годы в ее памяти остались на всю жизнь. Осиротела она рано, в 7 лет. В блокаду умерли почти все ее родственники. Маленькая девочка была отправлена в детский дом. Все время есть хотела, все время страх. Бомбежка, мама нас пока жива была, хватала с братом, спускались вниз в темноте. Даже дети не плакали. Вот темнота. Кто упадет, то что, мы даже не плакали. Почти 900 дней боли и страданий, мужества и самоотверженности. Блокада Ленинграда унесла более 2 миллионов человеческих жизней. Сегодня, в честь юбилея, в 10-й школе прошла теплая встреча со свидетелями этих драматических событий. Показывает. Я обычно не смотрю, это сердце не выдерживает. Ну, это плохо было, голод. Что там, какой может быть, хорошего ничего нет, не вспомнишь. В городе и районе проживает один участник обороны Ленинграда и 7 жителей блокадного города. Сегодня им вручили памятные юбилейные знаки и подарки. После концерта ветеранов пригласили за праздничный стол, где за чашкой чая дорогие гости вспоминали боевую молодость. И очень жаль, что не все приглашенные смогли присутствовать. Но без внимания они не останутся. Сотрудники социальной защиты их обязательно навестят. Гульяник Матулина, Фахри Исламов, новости НТР.